Приветствую вас на канале Блок Инженера Павлова. В этом видео я хочу показать вам, как отремонтировать телевизор Samsung LE32B450C7W. Неисправный телевизор имеет следующие симптомы. Через 5-10 минут после включения на экране он пишет, что с антенного входа слабый сигнал, а также периодически пропадают настройки каналов. Неисправность для данного телевизора типовая, и я расскажу, как ее легко устранить. Снял я заднюю крышку. В данном случае меня интересует плата Mine. На ней вся неисправность. Ну а сейчас первым делом надо почистить все от пыли. А то все мохом здесь заросло. И паутиной. Вот плата Mine. Ее надо снять и выпаять вот этот тюнер. Как раз в этом и тюнере содержится неисправность. Тюнер я выпаял и разобрал. Теперь надо паяльником или феном пропаять микросхемы. А также посмотреть, нет ли у других элементов дефектов пайки. В принципе, в устранении дефектов заводской пайки и заключается ремонт этого тюнера. После устранения дефектов пайки, тюнер я собираю и устанавливаю плату Mine. Телевизор я уже собрал. Сейчас идет прием аналогового эфирного канала на комнатную антенну. Вообще владелец данного телевизора смотрит аналоговое кабельное телевидение, так что с изображением у него будет все в порядке. Вот и все, телевизор отремонтирован. Всех благодарю за внимание. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Всем мои наилучшие пожелания. До новых встреч. Пока.